Еще эту собаку-то привезли, тоже кормить надо. Вот. Наша-то ладно, сухой корм поела. Вот, а этому-то этот-то ищет это. Кто там такой, Мартын? Лапа это требует. Вот. Он сейчас вылает. Оля вчера звонила, говорит, как там Антонин Иванов? Я говорю, да нормально. Юра, а есть люди-то хоть нет? А, только выставляешься, да? Понятно. А я тебе звонила. А? Ходят, да? Угу, понятно. Ой, как меня развезло, ужас. Ромка уже и горчичники на грудь ставила. И этот, и картошку отварила, в полотенце положила. Заснула, меня просто тихо, это... Тихо, ничего не делай. Скорее, хочу посмотреть на реакцию. Скосила. Это то, что вот мы молоко долго стояли, ждали, машина задержалась. Вот. И вот простыла. Добавила. А вон все открывать мне балкон. Проветривать надо. Интернета там тоже все форточки открывает. Он должен охлаждаться. Там вот сидит в перчатках, так дует. А сколько сегодня градусов, Юр? Плюс, да? Вот видишь, как кресло, да, сразу? Плюс два. Да? Как резко. Это только что было минус 10, у меня на балконе было позавчера. И уже плюс два. Вот Ромка мне сказал, говорит, он ходил гулять-то с собаками по очереди. Вот, говорит, что тает все на улице. Ну, ты все так дела сделал, нет? А я говорю, Оксана, говорю, календаря даже нету на Новый год. Вот. Я говорю, лучше бы ты календарь купила мне, чтобы могла повесить его. Рома, что ты там мудришь-то хоть это? Ну давай, удачи тебе, Юр. Ага, давай. Таскай, выставляй все. Кто-то Мартын такой? Ну что он там? Да, выставляется торговать. Теперь народ исходит, только неизвестно, будет ли брать у него. Это плюс два. Все тает.